Вот здесь у нас замечательная идет нарезка овощей, подготовка. Здесь преданно готовят овощи. Трансцендентный просад. Раньше у нас было и сопровождение, но музыка рядышком. Вот здесь у нас нарезаются овощи. Здесь подготовка идет, мойка. Вот такие вот ванны целые. Вот. Такая идет у нас готовка. Все в одном здесь комплексе. Вот, погода хорошая, солнечная. Тут уже последний день уже разобрали. Такой как бы была хорошая такая палаточка огромная. А здесь у нас готовят котлы у нас тоже. Вот баки пищевые. Харибол. И у нас готовят здесь вот таких огромных котлах. Вот. Сколько у нас? 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 огромных котлов. Поворачивайте и потом поворот налево, там мой. Ну вы видите, да, по указателю. Специалисты. Здесь идет уже загрузка просада. Ведрами черпают. Прямо идет. Надо бы богатырем такие огромные носить. Баки, котлы. Вот такая вот красота. Вот. Это у нас готовят. Это уже все, что уже осталось. Это уже приготовлено. Уже все, все уже. А, все, уже мойка пошла, уже пошли мы. Вот, котлы. И огромные. Не, я котлы снимаю, чтобы уже было впечатление, представление, как все готовится. А то насчитали 1500 людей принимают за один раз просад в пандале. Это при условии того, что не весь пандал, потому что там центральная часть идет по сцену. А там три смены, считайте, по 1500, значит, 4500 только в одном пандале. А там еще и столовая есть, и другая столовая, и спортзал. В общем, тут накормить людей это... А сколько получается так приблизительно... Пробу не считали? Сколько приблизительно порций, так на сколько людей готовится? Это тяжело просчитать, да? Много слишком народу, уже за счету сбивается. Все, Хари Кришна. Здесь рядышком у нас киртан. Здесь преданные служат просаду. А здесь у нас воспевание святых имен. Совсем рядышком. Это соседний корпус. Здесь живут преданные. Вот здесь у нас бассейн для самых маленьких. Можно, в принципе, на море. На море, естественно, сейчас штормит. Сегодня ветерочек такой. Небо чистое, солнечное, тепло, жарко. А вот шторма здесь меньше. Вот. Для маленьких преданных здесь бассейн. Вот у нас там Кришна. Такой красивый. Это ресторан Айва. Вот здесь свой корпус. Вот. Вот это маленькие здесь наши преданные. Здесь купаются в том другом бассейне. Сейчас на перерыв на обед для купаний. Hare Krishna, Hare Krishna.
Thank you.
Бурные аплодисменты.